почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литель, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Ну вот, дорогие слушатели, кто не помнит чудесную девочку Полиану из одноименной книги Эленор Портер с ее замечательной игрой и необыкновенным умением радоваться жизни вопреки всему? Оказывается, есть продолжение «Полианна выросла». По законам мелодраматичного жанра должен быть счастливый конец, когда у свадебного алтаря будет не одна, а лучше две-три счастливых пары, причем с деньгами, состоянием и достатком. Полианна выросла состоит из двух частей. В первой ей около 12, и ее приглашают на зиму погостить в Бостон к богатой, но несчастной миссис Керрию, которую, понятно, подросшая, Полианна делает счастливой. Она на глазах преображается, добреет, занимается благотворительностью и усыновляет бедного сироту-инвалида Джемми. Когда-то она потеряла любимого племянника и тайно надеется, что это он. Для Полианны пребывание в Бостоне становится испытанием. Оказывается, что среди многочисленных встречных никто не торопится на ответную улыбку или на дружеские отношения. Оказывается, в самой гуще толпы человек может быть бесконечно одиноким и безутешным. А еще много людей живут в ужасающей бедности. Вторая часть. Полианна совсем выросла. Конечно, интересно, какой она стала. Все те же веснушки. Так же играет и находит радость там, где ее нет. Но у взрослой Полианны очередные испытания. Умер дядя. Средств к существованию нет. Тетя Поля несчастна. А тут еще и запутанные любовные отношения, в которых непросто разобраться. 20-летняя Полианна все такая же волшебная. Нет, теперь не девочка, а девушка. Эленор Портер написала продолжение по большой просьбе поклонников первой книги. Очень боялась, что ей не удастся сохранить очарование Полианны. В продолжении меньше беззаботности, меньше счастья. Ведь чем взрослее человек, тем радость найти в обычных, незначительных вещах тяжелее. Новые приключения Полианны предсказуемы, но как-то по-домашнему уютные и светлые. И не нужно придираться к мелочам. Может, просто наслаждаться милой, доброй историей, тем более, что в конце соединятся три пары, в том числе Полианна и Джимми, который окажется Джемми, тем самым потерянным племянником миссис Керрию. Как бы все это ни выглядело сладенько и сиропчато, такие книги, такие добрые истории иногда нужны человечеству для радости и веры в лучшее. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».